Сегодня мы приготовим один из самых популярных соусов – кетчуп. Но сделаем его домашнюю версию, состоящую только из натуральных ингредиентов. Нам понадобится сок одного лимона, лук, оливковое масло, перец чили, мед, бальзамический уксус, зубчик чеснока, томатная паста, соль и погружной блендер Moulinex Infini Force. В комплекте есть две насадки. Одна с особыми ножами Active Flow для безупречного измельчения ингредиентов и специальная насадка для соусов, которой мы и воспользуемся. Нашинкуйте лук мелкими кубиками. Чеснок сначала раздавите ножом, затем нарежьте. Так он сохранит свой аромат и сок. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте перец чили, бальзамический уксус, мед и оставшиеся ингредиенты. Перемешайте и готовьте на слабом огне 25 минут. Масса должна загустеть. Остудите смесь и переложите ее в стакан для смешивания. Чтобы соус стал однородным, взбейте его блендером в режиме турбо в течение 10 секунд. При желании вы можете добавить прованские травы, что придаст кетчупу необычный вкус. Натуральный домашний кетчуп готов. Рекомендуем подавать его с поджаренными куриными ножками. Приятного аппетита!